Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик», и сегодня мы с вами будем готовить омлет, но он будет не обычный, а в пакете. Вот в этом пакете мы будем его варить. Кстати, многие говорят, что этот омлет получается по вкусу очень похож на тот, которым нас кормили в детском саду и который нам готовили бабушки. Но перед тем, как посмотреть рецепт, обязательно подпишитесь на мой канал, потому что у меня очень много вкусненького. Нам понадобится яйца, соль, перец, молоко или сливки и вода. Сейчас мы с вами сразу ставим кастрюлю с водой на плиту и пусть вода закипит, а мы пока что займемся яйцами. Мы с вами яйца просто разбиваем в мисочку и взбалтываем их вилкой. Взбивать миксером не нужно, просто перемешиваем. Можно пользоваться обычной вилкой или обычным ручным венчиком. Теперь мы с вами добавляем молоко. Очень важный нюанс. Если вы готовите омлет, никогда не лейте много молока. В среднем советуют брать 1 столовую ложку на 1 яйцо. Тогда омлет получится вкусным. Если вы нальете очень много молока, он будет водянистым и по консистенции, ну, не очень, честно сказать. Теперь добавляем соль и перец. В принципе, это можно сделать уже в готовом омлете, но я решила сегодня добавить в жидкие яйца, чтобы было вкуснее. И снова все это перемешиваем вилочкой. Теперь мы берем пакет, любой полиэтиленовый. У меня пакет для заморозки, но можно брать абсолютно любой. И наливаем туда наш омлет. Так, теперь мы выпускаем воздух из пакета и завязываем его. У меня вот такая вот кулинарная нить. Вот так выглядит наш омлет. Вода закипела, и теперь мы опускаем пакет в кипящую воду, убавляем огонь до минимума и варить будем примерно 15 минут. Наш омлет сварился, мы его сейчас достаем и даем ему остыть примерно минут 10, можно 5, главное, чтобы руки не обжечь. Знаете, очень сложно было донести омлет до сюда, потому что муж очень хотел его съесть. Говорит, что он получился очень вкусный. Я еще даже не пробовала, но выглядит он, конечно, потрясающе. Он такой воздушный, как прям в детстве. Очень вкусно. Это омлет, который по вкусу и по консистенции похож на суфле. Мне кажется, даже если вы не любите яичницу, не любите яйца, то вот этот омлет вам точно понравится. А главное, готовить его очень просто. Положил в пакет и оставил на 15 минут. Обязательно приготовьте омлет по этому рецепту и напишите в комментариях, как вам такой способ. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Пока!